будущее россиянской нации будет. Вот ее будущее и настоящее. Основной транспорт. Здравствуйте, мои дорогие. Ну, вот, хмурое небо, решил я что-нибудь политическое закинуть на свой музыкальный канал, а то как же я тут, как говорится, эти самые. Ну, в общем, без крепкого словца не скажешь, да? Эту страну, о, бабло повезли народное. Повезли бабло. Эту страну просрали старперы. Те, кому сейчас 60 лет, 65, 70, которые еще где-то там за копеечку вкалывают, голосуют за эту мразь. Ну и так далее, в общем. И произошло, покупают квартирки своим там детишкам, тянут их. То есть экономика рабов. Сидят без зарплаты, потому что у них пенсия. Они залупаются за начальство. Молодых гасят, ну, то есть не дают им карьерного никакого движения, потому что у молодых, как бы, ну, потребности-то побольше, там, квартиру надо строить, еще что-нибудь. То есть, в итоге, вся эта мразь вот эта вот, неспособная с сожревшими мозгами, с пропитыми, неспособная к развитию, неспособная к поглощению новой информации, к синтезу ее, к конструктиву, потому что они выросли все в позорном совке, где за них всегда думали, им говорили, что делать, большей части. То есть никакого предпринимательства не было. Из всех предпринимательства это вот что-нибудь там, как говорится, спилить, пропить, какие-то интриги заметить на работе, кого-то против кого-то, ну, то есть кадровые. Все, это их как бы предел. В итоге мы имеем то, что мы имеем. Вот вместо детской площадки какая-то куйня, где я раньше на велике спокойно катался в детские 6 лет, бляха, сейчас вот пустое пространство под колючей проволокой. Ну, еще бы ток подвели, вообще было классно. Показуха и так далее. В общем, неустроенность вся эта. Плитка эта, которая, по-моему, уже затрахала. Вообще все, что можно, затрахало. При этом вывернутый асфальт, тут же неремонтированные улицы. Вот сейчас покажу. Ху, бляха. Просто приехав из тайги, как бы, ну, посетив места силы, зная, какое будущее вскоре накроет, в том числе и этот город, да. А особенно другие города, особенно западные. Ну, я в некотором смысле, как этот говорил, на развалинах Рейхстага написать, что руинами Рейхстага удовлетворен, так и я удовлетворен буду руинами этой системы мразотской, против которой достаточно много времени боролся, которая, в принципе, подпитывается всякими некромагами, некромантами, прочей мразью, их хозяевами, которые там летают где-то в космосе на своих, ну, по-простому тарелочке, на самом деле там через порталы они лазят. В общем, всем этим поклонникам цифровой экономики, искусственного интеллекта и прочей херни, думающим, что булки растут на деревьях, что смысл жизни состоит в том, чтобы побыстрее уехать из своего там города, поселка, где ты родился, вместо того, чтобы строить его, там обустраивать территорию. Сюжетик про вулкан вы видели, да, он набрал много тысяч просмотров. Ну, сегодня было там 5,5 баллов, вчера, вернее, извержение, и практически вот этот вот участок, который должен обвалиться, он уже отрезан. То есть жителей вывезли, дорог нет, потому что они перекрыты лавой. Река, впадающая лава, мало того, что их стало там 3, она шириной стала в 6 раз больше, чем была. То есть там была 2 протоки, сейчас там только с одной протоки херачит 6 рукавов лавы. Высота уже основной, 3-этажный дом,
То есть это количество, опять же, масса материала какая накидана. Так что тихоокеанскому цунами быть — это даже не вопрос. Аум. Я достаточно много времени потратил и сил, да, для просветления, для прочистки мозгов граждан. Ну, увы и ах, вижу, что, в общем-то, процесс этот бесполезный, что нынешний зазомбированный человек спящий, устроен так, что доходит ему только через драку, извините. Когда его пятую точку поджимают, тогда вот оно и срабатывает. Не подвержено ни логике, даже эмоциональной оценке его настолько истерично, настолько шизофренично, что в них не присутствует ни эстетика, ни красота, ни поэзия. То есть чистой воды, вот тупая попса. Это все, конечно, грустно. То есть как эта цивилизация у совка разменяла за 30 лет тот базис. Не все было плохо в совке, да, ну тут базис на вот это вот показное, вот это вот праздники. Вечный праздник у них, у идиотов, бля. Все празднуют, уже забыли сами. Все у них праздник идет. Вечный кайф, вечный кумар. На наркоманское такое существование, на прожирание времени, которое отдано, которое драгоценно, по сути, само время, да, оно единственный ресурс, который невозможно восполнить. В этом мире все остальное можно восполнить, но время никак. Которая ненавидит природу во всех ее проявлениях, уничтожает. Это здесь вот редкий уголок, я зашел, где еще не успели попилить, сплюнуть 10 раз деревья, которая не способна эстетически как-то обустроить, ну, просто даже свой собственный двор. Как вспомню, сколько посаженных на деревьях поспиливали, поломали во дворе. Грустно. Вот они, доживальщики идут. Поэтому тучи собираются вот эти не только над моим городом, но и над вашим. А какие были тучи, когда я приехал, вот буквально. Весело, какая была вчера гроза, какие тут были разговоры с силами всякими. Но это другое все, это вам знать пока не обязательно. И что еще, тем 80 человекам, у которых сердце как бы не закрыто, я пожелаю удачи, везения в этом надвигающемся шквале. Будьте готовы к борьбе, к выживанию. Дай Бог вам это все пройти с честью, вашим родам, вашим близким. И выйти на новый уровень, и, как говорится, стать новым человечеством реальным. Затем я заканчиваю, ребят. Не могу обещать новых видосов пока что. Ну, потому что мы отбываем вскоре те места, где ни интернета, ничего не будет. Как бы звоночки уже идут. И тем более тут дождик начинается. Все, давайте. Юрич вас благодарит за поддержку, там, за внимание к каналу. Избавляйтесь от мусора, в общем, себе.